Кого я там поймал? Судак, наверное, давит. Нет, щучка. Щучка попалась. Подлодка клюнула, щучка. У меня тут подсаки до сих пор щучка другая. Да, сейчас две щучки будут подсаки, если не свалится. А вот две щучки теперь подсаки. Та-то уже хочет. А, это уже тоже отвалилось. Ну капец. Второй и третий заброс принесли по щучке. Вот как так, ребят? Это что за рыбалка? 700-800 грамм сегодня, что ли, щучки клюют. Сегодня мелочь клюет. Опять не каждую рыбалку крупняк ловить. Вот такие стандартные. Так. Ну, ладно, кукан посажу пока их. Что-то было, но... Что-то я не помню, что это было. Поклевку почуял, но... Так. Глубоко. Ну, много щуки здесь скопилось. Много он выходит наверх. Как будто бы здесь на выходных вчера никто не рыбачил. Сегодня понедельник. Как будто бы никто не рыбачил. Это покрупнее щука. Не как две предыдущие по 700-800 грамм. Это хорошая уже щука, да. Полторашка. Тихо. Под лодку пошла. Угуляет, как хорошо. Вот она, зашла. Это полторашка, ребят. Ох, хорошая щука. Судака хочется поймать мне сегодня. Ну, щука тоже хорошо, вообще классно. Сильная она. Супер вообще. Так, сейчас выключу камеру, сниму ее с крючка. То ли судак будет эту мандулу флага России, то ли нет. Не помню, ловил на нее или нет судака. Бель-бель. Щуки на нее хорошо клюют. На лиму вот поймал на нее на днях. Виталий при мне ловил. Что-то было. А там бель. Виталий при мне ловил на флаг России, на мандулу судака. Есть! Кого это все? Щука дергается. Понятное дело, щука. Ну что-то я уже буду щуку-то отпускать, поэтому подсак не нужен. Давай спрыгивай, подружка. Так, душку открою. Не спрыгнет, значит, сам отцеплю. Хорошая щучка, грамм на 700. Ну, поймал я еще 3-4 щуки, камера была на зарядке. Маленько сместился вниз, на выход с ямы. Но здесь поклевок нет. Сегодня рыба, видать, на входе в яму была и в самой яме. Пока поклевок нет, но будем пробовать еще обкидывать. Только-только стал пониже. Пару забросов сделал, пока нет поклевок. Но поменял мандулу еще. Флаг России, мандула уже разваливается. Сейчас покажу вам. Флаг России, что-то она начала вот вытаскивать вот такие штучки. Что-то, мне кажется, крупную щуку или судака она уже не выдержит. Какая дешевая Солберис мандула. Поставил хороший флаг России, одну только щучку на нее поймал. Посмотрим, будут еще поклевки, нет. Мандула, флаг Италия. Кидаем в берег. Вся бель там ближе к берегу, как я понял. Насколько я ее нащупал. Так, на палку на торчащую из воды кину, там сеть была в прошлый раз. Не знаю, так она и стоит, сеть. Или может просто палка осталась.
До сети еще 3 заброса, можно сместиться на забросе вперед. Что-то срезало, блядь, мандалы Италии, Италия срезала. Выше поводка, металлический поводок-то был. Выше поводка долбануло, на опережение. И 40 грамм у меня один всего грузик остался. Ну капец, представляете? Есть там щука срезала, выше поводка. Да, там помельче уже, 34 грамма. Достаточно. К лодке, когда подводишь, под лодкой еще 9 пока метров. Тяжело тонет с потягом. А там на выбросе нормально. Поклевочка произошла, ребят. Я доволен. О, нормальная рыба сошла. А рыба-то хорошая была. Даже крупнее этой полторашки, которую я сегодня поймал. По сопротивлению крупнее полторашечки-то точно была. А чё, как она висела? Поводок целый. Мандула непонятно. Хорошая была. Ну ладно. Ну вот смотрите, флаг России мандула. Что-то у нее вот нестабильно. Боюсь, упущу хорошую рыбу. Но это дешевая мандула. У меня, по-моему, есть вторая флага России мандула. Покачественнее. А может уже и нету. Тут нету. Что-то все у меня подъели за 4 рыбалки. Нету. Все, это последняя мандула флага России, значит. Италия вот есть какая-то. Италию сейчас откусили. Качественно, вот это похуже осталось Италия. Так, попробуйте такую что ли покидать, может. Все, посылка не успела прийти. Доставка должна была быть вчера. Там и флаг немецкий был, и флаг России качественных мандул. Хохловский флаг. И в итоге не успела прийти посылка. Поэтому рыбачу. А тут нет зацепов, поэтому на мандулу мне нравится рыбачить на песках. Нет зацепов, и мандула — это прекрасное дело. Попробую вот такую покидать сейчас, ребят. По ходу дела я вбагрил какую-то рыбу. Хорошую рыбу вбагрил, я вам скажу. А, щуку вбагрил, но полторашку. Я поймал двушку уже, пока камера была выключена. На эту желтую мандулу. И вот сейчас вбагрил полторашку. Я вижу, она всплыла. Ну, полторашка точно хорошая. В камере не видно. Течка. Течка сильная. Ветер еще дует. Сойдет, не сойдет она. Ну вообще поперек просто вбагрилась. Такая тяжеленная, кажется, капец. Вообще. Фу. Ну двушечку хорошую поймал. Сейчас всех покажу, куда выйти мне это. Ну полторашка вроде бы. Не меньше. Просто поперек и против течения. Вообще не идет. Давай, давай. Прямо поперек вбагренная щука. За пузо. Я уже устал. Так. Подсадчик приготовлю. Так. Подсадчик. Слабо держится-то. Вообще прям слабо. Там уже живот у меня отрывается. Может даже ближе к двушке щука. Завел. Полторашка-то точно. Фух-фух-фух. Вот это да. Ой, она сейчас уйдет. Все, ушла.
ушла в дырку под саки. Ну ладно, щук у меня уже предостаточно. Надеюсь, животик у не заживет. Фу, какая она сильная. Тут где-то не одна дырка буквально в подсаке, она прям в нее нырнула. Ну ладно, вообще не жалко, пусть растет, класс. Все, кого-то. Слабинку главное не давать. Подальше, как у щуки. Щука, ну. Хорошая полторашка. Сегодня часто полторашки клюют. Так, 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 все. Успокаиваемся. Как я не стараюсь аккуратно быть, а все равно раню руки зубами да мандулами. Так, так. Такая вот щука. Отличная, смотрите. Около полтора. Классная вообще. Вот такие у меня щучки, ребят. Хорошие прям щучки все. Вот душечки. Вот это и вот это ближе к душке, я думаю. Даже вот если пачку сигарет, смотрите. Вот какая пачка сигарет. Они шире, чем пачка сигарет. Длинную высоту. Вот так вот. Кого это вообще там? Очередную хулиганку. Ну да, трясет головой, как хулиганка очередная. Но не 700 грамм, это явно. Эта щука интереснее. Поднимайся, дорогая. Поднимайся. Тяжеленькая. Хорошенькая. Вот какая хорошая-то. Смотрите. Давит. Ох, и раскидывание. Ух ты, какая хорошая трешка. Трешку взяла. Подсак надо готовить. Трешечка. Ух ты. Это сегодня прям классная щука. О, держится вообще слабо-слабо. Сейчас она прыгнет и все сойдет. Держится на одном тройничке. Не надо нам свечи. О, взял. Все. Ну, 2,5 это точно. Хорошая сегодня, самая крупная. Тихо. Вот такая, ребят, сейчас со стороны снимаю себя. Сегодня это рекорд. Это 2,5, наверное, трешки тут, конечно, нет. Дома постараюсь завешать. 2,5 точно есть. Шикарная щука. Классная. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Одел красно-зеленую полосатую мандулу. И только что поймал щуку-килошку. Решил включить камеру. Она подзарядилась. Я пауэрбанк перестал в карман ложить. Неудобно. Поэтому, когда она разряжается, я ее откладываю вон в пауэрбанк вот сюда. Ну, я думаю, что и так достаточно материала заснял. Интересного. У щуки жор. Мне остается буквально 30 минут порыбачить и двину в сторону лагеря. Вот она! Кто это? Подлодкой уже. Да ну щука по сопротивлению опять же. Ну конечно щука. Стараюсь их руками уже брать. Вот она, злюка. Не крупная. До кило. Свечку хочет сделать. Нет, нет. Не дам свечку. Я ее отпущу. Вот такая вот, грамм 700. Поклевка у них хорошая.
у щуки жор, ребят. Так. Так. 700-800 грамм клюют. В основном. Давай, подружка. Ушла. Отлично. Так, супер. Подвисание произошло. А вот это вот тоже щука. Думал, может, судак. По-моему, щука это. Подвисание. Ну, такое чувство, что покрупнее, чем предыдущее. Туго идет очень. Подсак, что придется доставать. Что-то как-то и щука, и не щука. Не пойму. Да, щука за глаз просто. Подсак не надо. Она маленькая. Просто забагрилась. Ой, дура. Дуреха. Вот. А, отвалилась хорошо. Вот красно-зеленая мандула полосатая тоже нравится. Сколько забросов. И каждый заброс поклевка, представляете? Забагрилась, что ли, щука какая-то. Крупненькая, видать, забагрилась. Тяжелая. Долго я ее так уже. Уже камеру включить. Походу дело забагренное. Хорошая двушка за подбородок, однако. Двушечка за подбородок. Слабо держится. Подсак они не любят идти. Да, хорошая щука. О, отвалилась от мандулы. Двушка. Натуральная двушка, тихо. А то может даже и за двушку. Сейчас посмотрим, ребят. Не, ну это 2 железно. 2 килограмма это железно будет. Хорошая. Ну ладно, надо закругляться. Тихо, тихо, тихо. У меня тут крючки. Надо закругляться. Лодку собирать. Из леса выезжать. Лося, чтобы никакого не встретить. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Кто смотрит видео сейчас временно на Ютубе. Вот такие щуки осенние красавицы. Обалденно вообще. Всем не хвостаньте шеи, ребят. До новых встреч. Пока-пока.